Годлик объясняет, зелье несокрушимости действует 2 минуты, то есть я их хаваю 4, ой, 4, 2. И получается, общее время это 4 минуты. Это я 4 Блять, раза я все там забрал или нет? могу нажать несокрушим Сапоги ход. остались. А Сапоги у меня успели. талант, Ну, у меня сапоги никому не надо были. АП за броню, поэтому выхлоп получается Соответственно. больше. Что не стакается? То, что ты пьешь, оно не стакается. Оно одно тебе дает 3500 брони, и все. Теперь 3500, блядь, подели на сколько там тебе дает талант этот. Оно тебе ни хера 3500 толком не дает. разделить на 180 умножить на 5. 3500 разделить на 180 и умножить на 5. Это дает мне 100 АП. Много это? Ну, блядь, 4, 4 раза, блядь, я это могу. Ну, лучше, чем Когда есть просто фласка на 120 силы. нет, он про припод говорит. Ну, я жру Я усиление тоже брони. припод. Это на 4 минуты 100, 120 силы. Ой, 100, 100, 100 силы, блядь, 100 АП. По 500 стей А, каждый. кузнецы, скажите, пожалуйста, какие реги нужны на этот на сокет в запах? В зафесте? Да, в зафесте. земля, 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 земля 4 саранит. Еще раз. Земля 4 саранит. Блять, ну по одному ебаный в рот. Извечная Слава земля. Земля 4 краю. саранит. Вечная земля 4 сорняка. Вечная земля 4 сорняка. Гужи на траву. Мимо это самое нормальное просто. Сорняка слитка именно, да? Крым наш, нахуй. Да. Да, 4 слитка. Здорово всем, а это первое, это Red Full, да? Да, а уже выкадем, уже летим. Двоих убили. Всем началось. Второй в 9 будет. Да я понял, понял. Бля, проспал. Третий в 12. Четвертый рано утром, нахуй. Я вообще пойду. Смотри, что мне его в Бролинка, ну. Что тебе? Ну показывай всем, нахуй. А припод, ну, не тот он пьет. А, на силу-то, которую? Да, скорее всего. Но он на 15 секунд. 120. Ну, его два раза можно назвать. Ну, это что получается? 120 сил умножить на 2,2, подожди. Да. Калькулятор. 120. Он лучше, чем отдыхал. Умножить на 2,2. Это получается у нас 264 АП, и это в течение 30 секунд. 30 всего. 260 сил. Ну ты чё умножаешь-то, ё-моё? 120 сил это 240 АП. Ну, 2,2 он дает АП. Ну, это, 200, это 264 АП. И умножь это... на 2. Ну, а, почему ты на имеешь 2? 30 секунд, да? Да, это действует в течение 30 секунд. А я ебашу 100 АП на 4 минуты. Ты бьем босса, бля, 4 минуты. Бля, 2 минуты макс. Бьем, бьем, бьем. Да бьем, бьем. В героике нет, особенно. Да, да, бьем, да. Мы даже сейчас били, блядь, я по 2 припота хавал. Кстати, они закончились, мне надо будет, наверное... Блядь, с бронепотом ты должен был 3 припота, 3 пота ебануть, 2 припота, 1 пот. Шкаф ставим, поехали. А, ну да, ты можешь за минуту до боя, типа... Буду молиться, тут может топор выпадет. С ком падает, кстати? С этих... Бог, чем, по-моему. Бля, там где шматки падают. Не стоит они хуйню, блядь, вообще. Наверное, надо будет орка спекать. Гудлик, но у меня есть зелье быстроты 35 штук. Я могу тебе их отдать. Мне не нужны, их не хава. Да Гудлику не надо, мне да. Гудлик мне, блядь, показал личку 10 сердаликов, я хуел. Да, мне тоже показал, бля. При том, да, что там было. Денег нет, так это пацан дать фласки, блядь. Ты хитрый коварный человек, блядь. Это все на ДК в ПВП. А дайте сумму, блядь, Сергуне, нахуй. Так. Что там, смоните, не смоните? Прорыв начинается. Второй сейчас он через час закончим. Даже через полчаса может закончим быстренько. Ну, бро, пошли бы бегаем пока. Действительно, бля. Бабло
О, так сколько тебе орк дал ДПС? Блять, много нахуй. Сколько ты давал перед 6. Этим? 8? 8-9. Давал 8 где-то. Ну 9,5, хуй с ним. Дал 11-300. Бро, как тебе? Типа это получше, чем на ДК будет. Вар же плюхи сильнее. Он про магию говорит. Ты сохранил скриншот? Нет, не сохранил. У меня еще в отчетах есть в скаде. А, это вообще... Так, есть у кого? Суманите. Бафнуться надо, блядь. Так давайте суммонитесь, плюс у***, блядь, и говорите сумму. Так, Ханта, помогайте суммонить, ребят. Так, Кару также в танке остаешься. На следующий босс спекаешься до дальше. Окей. Дашь на Бинаксе 40к? Дорки, откуда столько урона, блядь? Ты ёбнулся, блядь, скажи? Ну, аркан аспектнулся обратно, и урон появится. Сейчас посмотри, что будет на первом боссе, блядь, на червях. Здорово, народ. Привет. Не понял, а во сколько сбор был? В 7. Че на пол? Есть у кулака? Есть у кого здесь? Либо фавару пропадать. Дуа, надо действительно зачитать. Я же написал, что первый в 7, второй в 9. Лапу дайте тоже. А, блядь. Лапу вижу. Есть у кого зелье дикой магии? Драйнер готов? Да, это я. Драйнер. Запускай. Добро пожаловать, герои. Вы услышали... Босс в центре стоит, если что. Абу, дай припут. Я все гудлику отдал противнику. Гудлик, да? Короче, нахуй, муты и всех, блядь, заебали вы меня всем нахуй уже, блядь. ПМ, блядь. Нет. Гудлик, нахуй, раз. Блядь, башка тащит еще в трубе, смотрите. Четыре, три, два, один. Аккуратно, лужи пустим. Я про расовую забыл и хуй нажал ее на бурсете, блядь. Кару, забери босса, танчи до конца. Рембизер на меня, Боб. Кару, забери. Рембизер, Боб. Блядь. Чё, я что-то подпадаю? Снобольтов, снобольтов убили, снобольтов убили. Томас. Кару, забираешь ходячую, я стоящую. Раньше держишь, 10 держим. Води в сторону сразу. Дебей ее. Ударил по раз. Сейчас сорвется.
Все, Гера дали ДПС. На пол сдайте, пожалуйста. Все, я сучка. Разморозь, пожалуйста, потом. Вот для зоны. Пусть так клюнет. Сейчас на тебя дебаф повесится, да? Иди размораживай быстрее. Все, ДЦ. Забираю сейчас вот настоящую, я ходячую забыл сейчас. Я как раз так, как раз. Не должна успеть уже повеситься. Сейчас отведу немножко, отведу. Так, уже аккуратно. Идем стоящую. Станьте только жопой к стеночке, чтобы вас не откинуло. Рейнджу взять. Берем АШВ. Мелизона фул разбежались. Пизда, блядь. Прохил Мелизона, прохил Мелизона. Прохиливай Меликов. Далеко не уходите от хилов. ЧП, дашь БР по Помпеи. Кару забери, если ты... Не, ладно, заберу. Фул, дай не вверх. Мелики пока не сбегайте, ждите. Все, идите, блядь. Хотя, не вверх. Ладно, поднимай. Лужа. Лужа аккуратно, сейчас лужа появится. А лужа появилась. Почти масса, нет, и все. А то сейчас опять половину рейда улетят в другую сторону. Угу. Да нахуй, блять, Феникс стайл удалить нахер, блять, постоянно. Так, мы тренируем череп. Мне не вешает. Ой, это ГП. Понимаю, нахуй. Бычки сейчас вайпы собьются. У кого есть ДБМ? Плюс реча. Который наносит. Ты мне дал ассиста, потому что у меня мут. Мне ничего не пишет. Смотрим на ком-череп. Еда. Череп это что все? Нерв, ты без адонов играешь, что ли? Я тут думаю, блядь, что тебе метку не ставят. Буду ли как-то шечь это? Тотемы, наверное, резался, да, скорее всего. Или в труп. Или в труп, да. Не, ну с орком, кстати, ой, с орком. Дворфом нормально, сейчас агро, кстати, набирается. Полегче. Благополучно зависит. Надо урока делать. Красный. О, черепок, блин, бизнес.
Что за хуйня? Беги! Бля! Беги! А я завис, говорю же! Ты, блядь, постоянно висишь, нахуй. Вот, блядь, вот, сука, всегда, нахуй. В каждом рейде ты, блядь, тебе зависает что-то. Парни, это смартфон. Мне надо будет уйти после этого босса. Киньте на замену, пожалуйста. Ну нет, на замену не надо, наверное. Просто кого-нибудь замените. Надо отойти. Так, я потом разрулю шмотки, потому что у меня мут. Так, хапал, тебе надо ботинки на хила? Из 45-го. Все, я вышел из рейда. Ладно, потом распределим на офспик. Сейчас я тоже релокнусь по фастику. Можно тебе каску помогаем? И крестик. Ларкей? А. Где 40 тысяч, блядь? Какие 40 тысяч? ДПС. Никогда такого не было, блядь. Каску ребавки тебе помогу? А, все, это еда дает. Блядь, в натуре я среди вас всех, блядь, как цыган какой-то на золотом сете, блядь. Так ты и есть цыган. Ну-ка, блядь, улыбнись. Цыганский флекс. Аня-мя-мя-мя. Ну-ка, это потанцуй еще. Так. Ну что, вчера пул. Есть рыба? Сейчас я Донту позову, может он сходит. На минуту отойду, еще вернусь. Так, давай, Терчина. Есть рыба? Там, как ты писал, нужно отойти гудлику на 5 минут за стопкой. Кушай рыбу. Еда тут. Еда тут. Веди. Что писал? Гудлик писал. Гудли тут. Не, он сказал, что отойдет на 5 минут. Только что писал. Шоу, сказал. А, это шоу. Ты мог сказать, ему мут въебали. Ну, написал, вот. Гудлик и шоу лучше, друзья, можно использовать. Диспред шоу надо. Ну, там Блад пишет. Блад в рейд хочет. Ну, давай, Блад возьми. За пригу он хочет пойти. А, нет, у него есть прига. Блад есть прига. А смысл ему, если он в рейд пойдет? Ну, ничего страшного там. Не, мы богу в трим приедем, Дуард, ты как хочешь. А, ты еще рогой можешь, да? Еще рогой, чем-то. Так, шкаф поставьте, пожалуйста.
Оптикс поставишь как? Саня, на X3, когда Каражан уходил, Гер, за ОД шмотки какие-то появлялись? Ой, я этого не застал. Я застал, когда ЦУК хрен там была. Вроде бы. Выйди из формы, покажи панду. Сало бы вышел еще, блядь. Где он? Красиво был. Вот он. У него баба? Блядь, не, баба неинтересная панда. Да ему публик. Я запускаю. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Гиппопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь. А здесь ДБМ пул нормально работает. Да. Бля, Ренбизер у тебя лагает вообще, нахуй, писи. А? У тебя там что, скорость интернета 5 мегабит, бля? 5 килобайт. Че ты хуй? Серьёзно? Пиздец. Охуеть. Что так мало? Блять, у меня сейчас снабженец, блядь, есть в Беларуси один, нахуй. Хорошо, чем слушай, а у тебя нету такого в центре экрана такого, как это, пакетика, типа с деньгами. Ну, мешочка. На поводине был, сейчас нет. Так, после РТ и ВК десятка. Куда я пойду уже? Ладно. Да, я тоже. Если рога Т4 бьет, то тоже пойдет. 10 секунд. Нас с тобой одновременно объявили в аху. Сколько будет 2? 2. 2. 1. Стака сходу, что набрал. Тренер там разошелся. Сейчас упадет. Че он упадет? Что-то зоркого не видно. Но. А зорку не депосит, я уже говорил об этом. А я бил. Только нахуй тут опыт проводит. Бабочку убьют ее. Я считаю, что женщины и мужчины равны. Че? Согласен, по лицу должны получать одинаково оба. Ч, глем не вышел, блядь, ебошьте глема. Дай машу. Глема свичнули все. Кто там бегает, блядь, с эту хуйню? Взрыв. Второй пак глемов будем просто банить туда. Там еще один кадемчик остался в стаке, забирает босса. Темно ночь побежал. У меня сейчас 12600 АП, блядь. Ну что, скоро по нерфе. Меня все будет по-любому. Конечно, по-любому. Здесь просто летает пиздец просто.
Здесь про кого речь? Потолку. Да у нас ну вот сейчас. Здесь просто только там, каждый 20 секунд. А-а-а. Это потом ясно, сейчас ты пиздец просто. Поэтому а сразу не надо переходить. Один раз же бесплатно. Есть энергозол? Нет. Ну ладно. Да на, чё жалко, что. Три штуки сразу, ну. Каз, помогите сбивать чё-то у нас. Баньте инфернал. Да, блоки баним, баним. Либо плясим. А бат будет закидываться или нет? Привет, побежал. Сука. Оптик, смотри, что за лажа, да? Все, на успех, надо кому? Блять. На успех, что за половину ЕП? Угу. 75. И хуй не с... Я больше не буду вторым рейдом ходить вообще хули паладин, я рот ебал. Ну чё? Трофей. Да ничего, эти штаны не падают. А-а-а. Сейчас я хотел еще уйти. Да, в ВК не падают так же. Отдаю паролу, трофей паролу. Штаны нахапало. Хапал надо? За 1000 ГП нахуй. У меня жопа горит нахуй. За этими штанами ходишь? Пиздец, у меня единственная шмотка осталась, которую поменять. Кастеры. Наоборот хорошо, когда одной шмотки нету. Хоть играть охота, блять. Да, будет всему. Это как на её со штанами. Еда, уйди оттуда, с центра. Невер тоже уйди. Что-то. Я запускаю босса. Бурстить будем на этих только? А, блядь, сейчас же эти чемпионы ебучие. Я думал эти, блядь, вальки. Короче, Бёрн, я шамана 225 одел. Ты ну, шаманы нет? Вроде бы есть, взяли еще какой-то шаман. Сегодня ходил, грул магик и ик. Захиливал, блядь. У тебя есть бронепорт? Хорошо. Шамановский щиток в 2Т4 хилит, как я хилю своим шаманом без Т4. 5000 хпс просто. Ну это на вальках, конечно. О, а чё, новые эти сделали всё-таки? Расовые? Да. Да. Уже как неделю, ну. Я только сегодня узнал реально, блядь. Да, блядь, кого слушать? Я уже сегодня только вели, блядь. А где почитать можно? Дайте ссылку в дис. Да, две группы, позади там почитай. Когда создаешь персонажа, там все написано. А, ну да. Так, первый тянет Абула, Дуат, второй, третий Помпея. Вытягивайте его в рейд, потащит альянс справа. И да, со мной стоишь, меня хилишь. А, Гарри кинет, ой, не СС, Зарун кинет СС по еде, на всякий случай. Еще раз, вы стоите
вот отсюда тянете его. Сейчас. Вот отсюда вот тянете черепок, отсюда вот здесь я стою. Я буду танчить там под щитом орды. Весь рейд будет стоять под щитом альянса. Деметка печенька. Так, если контрол... Если мобы выходят с контролем, значит... Так. Ладно, там посмотрим по ситуации. Если что, квельт кинешь лягушку, ДКшку. Короче, ладно, я потом озвучу, если потом кого будет кидать. Так, на меня частицу. И да, по себе протауру дай. Все на максимальном расстоянии от меня. Ничего на пол. Все, все готово. Я пуляю. Поменяйте ауру, коня. Вытягивай. Промах. Сука, меткость нахуй все вкачаю, блядь. У меня кап. Капы все, блядь. Хуёво у тебя кап. Мельки к вам в рейд пошли. Спасибо тебе за захил, да. Еще раз уронишь ГП, дам. Так. Ну что, контрольте мобов. На контроль сели все. Гарик, по возможности да попробуй. Да зачем вы вихрю, блядь? Контрольте. Все, есть. Вы, милики, вытягивайте мобов сейчас. Главное вытянуть нам трусы, квадрат, луну и печеньку. Вытягивайте. Все, на меня сидят нормально. Квадратик, трусы, печеньку, звездочку, контрольте. ДК, вытягивайте их от рейда подальше. Трусы, печеньку и звездочку. Череп бьем, Геру даете. Дайте Геру там. Редика прохил, дайте бопа рейди. Неверлайн, дайте. Вытягивайте. Давайте сейчас трусики я себя затом еще. Два, ты кого сразу кидай. Кого играем? Крест, твоя цель. Все, печеньку там контрольте в рейде, блять. Темная, стань, блин, это самое, там уже в уголочек. Все сагрились уже. ДКшку вытяните мне, пожалуйста. За руну сиди. Все есть. Дуат, сейчас я заберу, за там еще идешь в рейд сразу. Сейчас я заберу его. Все, уходи отсюда, да. Блять. Не шип, блять. Квадратик мне подтяните. О, все, давай сюда его. Все, Дуат, иди в рейд, уходи. Все, на меня сейчас сядет. ДКшка. Все, хапал, сейчас концентрируйся опять на мне. Буду жестко хилить сейчас. Блять. Квадратик, контрольте. Контрольте. Все, я побегаю. Покидай корни. А, все. Все, уходи отсюда, Гарик. Ну, я умер. Зато привелся. Хорошо. Следующая цель квадрат будет. После креста. Крест убили вы, кстати? Добиваем. Все, квадратики играйте. Локу косты сбивайте там. Так. Рези, подними Гарика. Гарик, подними Дуата. Гарик у меня держит, если что. Только сильно очень близко не подходи. Разбейте его. А, слуху сбейте, да? Думаю, что меня точно? Да. Меня выкинуло, скорее всего. Заебись, приебанная БЛБР у нас. После квадратика урон пьем. Так, я по станам, хил меня хлебал. Всё.
Следующий. Блять, дерево там, не знаю. Вот, блять, сами резонок. О, все. Сорвался, короче, на вас звездочка убежала. Звезду бейте сейчас. Все, не кормите, звезду бейте, звезду спокойно. Так звезду или дерево? Рейд разделился. Пол рейда дерево бьет. Здесь. Я сказал, кого бить, блядь. Еще вопрос ставь? Ничего. Есть вопросы? Кого бить? Пол рейда просто били дерево. Дерево можете бабанить сейчас. Там дерево. Кстати, Войд, паладина тоже орка сделай. Либо дворфа. Будет возможность. Ну, мне надо сначала собрать, потом... Будешь в трой рейд ходить по самым палам. Чё, косты некому сбить ему? Сказал Войд. Я такая сбил под предыдущий. Бейте сейчас, хоть по метку черепа. Ну, приста там сядьте, разбивайте кресты. Либо пошвыряйте там. Не вытайте сундук сразу, пожалуйста. Сейчас я веду к вам печеньку, тут бейм, сейчас трусы сначала. Трусы бейте, первое опасно будет. Дайте дизарм, потому что не удается. А, все, да, даже. Нельзя на вас сейчас рассудить. Убрали. Два звуки. Ну а офни микрофон, я тебя сейчас умутаю сам. Да, убрали витамины. Их убрали типа того, что там те, кто менял расы, не могли шмотки одевать там с каких-то, я так понимаю, наверное, не заработали. Ну я тоже успел дворфа сделать, но я орка буду делать.
Я еще на магии не решил, кого мне делать. Не лутайте сундук. Не лутаем сундук, ждем. Гарик, заходи. И там либо дворф, либо дворф. Зашел? Да. Все, лутаю. Теперь зайду. Бля, топор не упал. Да ёб твою мать нахуй. Говно полное. Шема дождешься, походу. Ролица. Так, зло 90. Каску бафните, пожалуйста, по друиду. Каску была по ботинке. Хорошие ботинки. Так, кто там ботинки забрал? Эксит получается. Эксит, да. Че, хант забирать? Понимаю, на ханта есть вроде. Трусик ББ? Ага. А нахуй никому, вот так. Бир, тебе не надо? На кого, Влад, ты такой? Блять. Хороший грудок. Да хороший-то, но, блядь. Т4-то лучше, да? Да хер. Или что там? Ну, у меня Т4, но только фактом то, что мне либо штаны нужно теперь Т4 выбивать. Ты лучше выбей штаны, возьми себе грудок. Хороший, вообще шикарный грудок. Я запустил. Так, давай, короче, ЧП в мишке, 20 тоже спекайся в танк. Давайте. ЧП слева от рейда, 20 справа от рейда. Карл, ты... А, стоп. ЧП, давай обратно против. Карл, танка. Так, ЧП, ты с какой стороны ты назначал? Слева, да? Да, значит, карту ты слева ловишь, 20 справа. Все. Берите белые портальчики и поехали. Саша, ты агро держишь или нет? Угу. Точно держишь. Точно. Мы тебе еще позитивно повешу, мастер. Помолимся же на Пригу. Да, надо на Юру брать хоть какой-то позитив. Все равно не выпадет. Да выпадет. Кто сказал, не выпадет, ГП начисляем. Да. Так, ДБМ получаем. 5, 4, сколько осталось? 2. 2, 1. Я выключите ауру, конечно, что шив паладина, я не знаю. Можем врываться, да? Нет. Блять, я, сука, долбоёб, он тут взял портал, ладно. Сейчас, секундочку. То, что сделал еще секундочек, ребят. Блять. Славян, это мой косяк. Ничего страшного. Бейте. Дайте нам все посеки сяду. Нормально, бей. Максимальная подстава. Все, бейте. Позор, по-моему, сейчас оставляется. Поздно.
А, там внутри я не увидел 30. Да самое. Реди, подними зеркало. Так, смена цели там. Да, смена цели. Взяли быстрее белый портал, бейте черное. Пружинки дали все. Череп домашний поставил меточку. А что это такое, блядь? Гарри, поднимешь. Гарри, поднимешь потом. Как перейдя. Ловить сейчас черные сферки от рейда. Ну тут белая, рейд, пожалуйста. Спецспособность смотрим. Взяли белый, ой, черный портал, намажем метку крест. Блять, ловите сейчас это самое белое, не пропускайте рейд. Потихонечку переходим. Белый портал, белый не ловите аккуратно. Продолжаем бить. Смотрим спецспособность, 10 секунд. Смена взяли. Взяли портал. Бьем череп. До конца я добиваем босса. Перевозить не буду. Ух ты, 42 тысячи придумал. Ничего себе. Наварит там. Вот это мощь. Все. Зафокнулись. Так, давайте. Копал надо. На успех. Не запускайте. На успех. Я кто-нибудь брюлак хорош нахопала. Ладно, ролим. Трофей. Быстренько ролл. Кинули. 987. Ханту даю. Конечно, все надо подается, если на мой инспектор, что. Так, ну, Нигерлайн, конечно. Нравится. Как ты сказал, Нигерлайн? Ниверлайн, я сказал. Нивер. Послышалось. Зоркий выиграл. Я поставил. Never Grass, братан. DMGC Never. Ты жив там, вроде, естественно. Да он там все, он уже пошел. Стоп, у него там тантрический секс начинает. Кота Вискаса купит сегодня. Сигару выкурит, ну. А че у него кот обычный ест? Киксайд забираешь, нет? Часы пояс. Помоечка. Как ты пати рембизер, блядь? Проскидывали пати, блядь, не могу найти никого. Второму.
Все, запускаю. Против Альянса не выстоять даже самым сильным прислужникам короля Лича. Все славьте наших героев. Я смотрю, по Посмотрим, правилам... Посмотри, что такая. Мы тут кучкуемся. 250 гп тринкет. А, блядь, это Глумок Сиридон, сорян. Сейчас еще выкину. Ну. Задёшево отдать пытались? Не-не, я просто смотрел. Я не помню, блядь. Надо вообще Ульду нахуй убрать отсюда. Наверху як сразу пригу приодел, блядь. Так, надо кому? На успех. Бесплатно есть. Есть уже такие. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной коробки. Что там еще у нас? Такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Кофирус. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Вон, кидай трейд мне, печенька. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно... И что еще падало со с первого босса, не помню. Еще в сумке не могу найти. Не важно, видимо. А, вот, пошел. Грудак надо? Ой, грудак, пояс. Ну, ткань с духом. На ребру очень хорошая. Холи приз ребру. Эдди, забираешь? Нет? У меня кожаный такой же. Подушку? Кару забираешь. Прибавьте ребру. Колечко, сила. Я бы без ГП забрал, если ты его дашь. Типа мне нет. На 245. Нормально все. Ну, блять, не на ФДК. На Редика, на Холика. Так, короче. Ну да, давай с танком танчишь. Тебе еду в пятую пойти на место маны. Или ханта. Ого, 5300 у меня даже набралось. Можно камни уже на бок пиздячивать. Линканите ДПС с Валик, пожалуйста. А еще это? Да, я вторую еще пойду. 700. Так, значит, да, все есть. Только мне надо еще блока набрать чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот рыба? Да. Да, сейчас поставлю. Крестик, дайте могу. Так, да, сами рыбу. Никому не надо. Так, значит, лужу одну. Крутой гном там разобьешь. Так. Абула притянешь рядышком. Понял, да? А ты имеешь в виду озеро или где? Да, ты у озера крутой. Угу. Так, босс у нас будет танчиться рядом с лужей. Так, Дуат, когда будет фаза, ну, ближе к фазе, босса сюда ведешь. Вот именно в этот уголочек. Видишь, да, где я прыгаю? Печенька. Дуат увидел, да? Все ок. Когда босса будет водить, сразу встречаемся в трэш. Два пака.
Крит можете стать сюда. Отсюда начинать быть будем. Чтобы вы там не мешали, я трэш буду танчить соло. Невер и второй хант вы меня напуливаете. Невер, если что, справа напуливает, если смотреть на босса в лицо ему. Второй хант налево. Напуливайте на печеньку. Че напул? Все, все готовы. Добавим пул еще. Две будет, кажется. Пять, четыре, три, два, две, один. Влад, если... блядь, отойди немножко босса, пожалуйста. Абула, сюда мне сверху, пожалуйста, грипни. И не в лужу, не в лужу, от лужи. Не в лужу, от лужи, отведи его. Отведи от лужи. У меня грип КД, блядь. Все, не надо ничего грипать. На пульте на моба на меня. В принципе, так пусть стоят. Бейся, бейся босса. Босса, босса, только босса, блин. А босса. Так, и да, не забывай подхиливаться мне еще. Сейчас еще два пачка трэша выйдут. Чуть блока не хватает, но потом шмот поменяю. Напуливайте ханты. На кого, сука, напуливаете, блядь? Алло, нахуй. Почему два на дуаты пошли, блядь? Сука, упали нахуй. А что за эксперимент? Что вы, блядь, делаете, я не понимаю. Почему мы нормально убить не можем? На пул у кого полетели? В дуата, блядь, какого-то хуя. Еще раз. Может, еще подальше держать, как в ВВК мы делали? Не, подальше. Зачем, в принципе, это нормально? Напуливайте, пожалуйста, на Бьорна, блядь, не на дуата мелких мобов этих. Или, может, мобов заливать надо? Мобов потом зальем. Ну, учитывая, что они на те 9 стаков настакали, что-то явно не то. Ну, сейчас я в блок один. Больше блока дам. Сейчас норм будет. А, Войденс 103% есть? Угу. Теперь есть. Ну, не 103, 98. Но все равно будет остакать по чуть-чуть. Ставлю рыбу. Дуа, ну, танчишь босса там, где он стоит. Мне сюда, пожалуйста, сверху потяну, где я прыгаю. Я сюда и тянул ее. Я вот и дачу не хватает. Давай ешь. Нет еды, Бьорн. Сейчас я кое-что еще сделаю. И че вы там, кастерскую ауру не хотите поставить? Какой-нибудь паладин, блядь. Например, какой-нибудь Холли Пал. Стоит кастерская аура. Да, там просто вторая была. Все, добавим пол пошел. Скажу, когда секунды будут. 5, 4, 3, 2, 1. Пол. Все. Найдите, пожалуйста, с подсветки. Я могу тащить. Сразу напуливайте, пожалуйста, на меня. Все, два моба слева идут, напуливайте ко мне. Ага, вообще курс.
соточки. Так, ну, два моба пока не прививают норму. Ну, наслакивают, чуть-чуть наслакивают. Чуть не хватает. Крутой, а где там на той стороне лужа? Эм, сейчас тоже? Ну, конечно, иди туда. Бегу. Вторая пачка мобов выходит на турбице. Сейчас пожиматься буду. Кто там, бля, стану дает нахуй? Скажите, пожалуйста. Мобов сичнулись? Сичнулись я мобов, а уешу. На ком будет череп, сразу уходите. Ну куда ты кидываешь, блядь? Ой. Поглядите, на ком там череп. По мне боб, кто даст? Секси дашь боб? Давай, еда. Сюда. Боб, отлично, все, мало. На той стороне стоит сейчас. Мобов много заливается. Абула. Кайте просто, просто кайте сейчас. Боб не даем, сейчас иду, босс должен вывести. Еще 10 секунд. 7, 8, 6. Блять, ну, что ты, блядь, напротив лужи стал? Разбейте одну лужу здесь. Все, дамажим босса. Нормально, в принципе. Много бомбов сняли. Одну лужу разбить, все, два отведет лужу. Отведет лужу. Мелких на пульте у меня. Потом, бля, додумался противно, так гриппом сняла. Где этот набор на них надо действовать? Что? Ну, это тандер надо не действовать. Каких это пот? Не знаю. На прошлом году он не работал, я точно помню. Убейте, пожалуйста, мобов. Еще. Я с ума пробивал стаки на стаки, значит, по мне урон приходит. Не хватает. Да, чуть-чуть не хватает. Следующих мобов на пулевице. Уводи босса, куда я тебе говорил. Встреч свечный бич. Конечно, вы разбили тут лужу, красавица. Вообще. Будет боб или нет? Забирай в лужу, там будут боб. Секси боб есть у тебя? Для рембезер. Не давал. Еда у тебя боб есть? Бабули, давай, давай, боб, прямо сейчас дать ему. Все, забегай до лужи. Забегай. Что там рембезер как-то всегда лагает? Будлик. Була опять на тебе. Все, заводите лужу, там уже больше сходит. Бегай, боб, дали. Все, есть. Секси, забегай в лужу. Сейчас босс не успеет вывести. Добивайте трэш. Босса поближе, чуть поближе к лужу, подведи. Все в одну точку стакните сейчас. На пульте на меня моба одного, второго. Бейте босса чисто сейчас. После как перейдете от босса, сразу трэш свечитесь.
Пропилили. Я рудали, фреш свичнитесь, как бы бечево. Чушь мода не хватает, все равно, блядь, надо переделывать все. И ВК десятку фармить. Жестко хилить и пипец, блядь. Чтоб после сам отхиливается. А у меня такой есть. Что-то мне подсказывает, что хватило бы и двух хилов. Запах ткани, духом, скорость. Я говорю, друха пришли, приложу. Лично у меня кожаные. Ладно, кому? Перчатки. РПБ крит. Нефрос там нормально. Блин, это просто полная жесть. С этими двумя тринками и новыми нышками можно просто тупо в СПД вбиваться всегда.